И всем привет! Вы на канале Alexis Futufo. Сегодня я сделала обстановку с мужем в комнате. Так выглядит наш зал. Так кухня. И так ванная. А вот тут спальня. Я должна говорить потише, потому что наши детки спят. Ладно, сейчас. Я их расположу, когда будет утро. И утро наступило! О, так, деточки! Мама! Мама! Ар, вставай давай. Ладно. Наша старшая дочь, она уже поехала в школу. А эти девочки еще в садике. На сегодня их садик чего-то отказал. Мама! Так, сейчас переоденемся. Так. Когда я на работу иду, конечно, я по-другому выгляжу. Я работаю в магазине. А я на фабрике. Ам-ам-ам-ам. Хотите? Ладно. Так. Одной достанется это, другой это. И простите, детки, сегодня немножко полезненького. Так, быстро кушать. Вкусные огурцы. Такие же зеленые. Теперь ты немножко лука хотя бы. Папа, не-не. Да-да. Теперь по вкусняшке. Обожаем бутеры, нямочки. Быстрее, быстрее. Так, сейчас. Еще я приготовлю вам яичницу. Быстрее кушать. Так, первая тарелочка, вторая тарелочка. И вот тебе яичница. Сейчас еще тебе приготовим. И еще вкусный сырочек. Так, и твоя еда готова. Сейчас я вам раздам вилочки. Ножик, ничего для детей. Ой, простите, детки. Это тоже не то. Не то. Вот, вилочка тебе. И вилочка тебе. Да, у нас две ложки и две вилки. И они разных размеров. Ням. Уронила. Ха. И я уронила. Фух. Детки, поднимайте все. Это посуда. Вообще-то так не обращается с посудой. Ладно, мам. Мам. Так, капуста, фу! За это вот именно что? Вы получите капусту. Нет. Вместо расплавленного сыра с еще одним сыром. Нет. Вы гадость. А теперь идите убирать. Ох, ладно. Так, сюда все. Теперь помойте. До сих пор это во рту, фу. А теперь идите почистите зубы после еды. Ага, мам. Ага.
Так. Так, а где наши щетки? Сейчас я вам новые купила, а другие уже отдала. Так, вот. Твоя щеточка, любимый твой цвет. И твоя щеточка тоже твой любимый цвет. Пуф. Все, теперь попить. И выплюнуть. Попить. Выплюнуть. Все. И еще немножко. Оп. Оп. Все. Можно уже сюда делать на помывку. А теперь купаться. Обожаю. 2 дня аж не купались. Ага. А я с мамой в это время сделаем все предметы на места. Все, теперь мама может вас купать. А сыр я съем. Так, по очереди сначала Мелисочка. Ладно, мам. Так, сейчас мы намажем тебе головушку. Так. А это вот теплая вода, доча. Да, нормально, мам. Ладно, потому что я боюсь, что ошпаришься, доча. Так, теперь... Все. Теперь еще смыть. Идеально. А теперь Азя. А пока я ее мою, вы можете посмотреть, что Алисочка и мой муж делают в это время. Так, мы посмотрим, что маме на работу одеть. Да. Так, мама обожает аутфиты. Это вот как такой... Или может... Не знаю, что она такое любит. Вот такое может. И она еще черный любит. Говорит, цвет моих волос. Так, этого ей подошло еще. Все, больше ничего такого нет. В пижаме она точно не пойдет, я ее знаю. Ну, конечно. О, дочка пришла. Сейчас я ее открою. Привет. Привет, доча. Давай. Ну как тебе сегодня на море со школой? Понравилось? Ага, очень круто. Слава богу, мы живем в Италии. И рядом с нами есть море. Оно очень красивое, пап. Я знаю. Так, наш крем и купальник. А пакет к пакетам. Ладно, сейчас переоденься. Угу. Так, где мое любимое платьишко? Вот. В цвет моих волос. Угу. Подходит к тебе. Так, посмотрим, что там уже с Алиной. Алиночка, ты помылась? Да, пап. Доча, привет. Ты еще не кушала?
Да, еще не покушала. Сейчас садись. Так, что они приготовили? О, вот это вот выглядит миленько. Ну, как вам? Пишите в комментариях. Так, это... Ну, нет. А это? А вот это просто гениальная работа. Мне как раз подходит. Ой, горит, горит. Доча, вот. Так, сейчас... И попить еще молочка хочешь? Да, мам, пожалуйста. Ладно, вот. Сейчас, вот твое молочко. Спасибо, как всегда, вкусняшка. Так, и сюда. Вкуснятина, спасибо. Можно сегодня мои подружки и я сделаем вечеринку дома? Ну, конечно, с радостью. Уи, так круто, мам, спасибо. Пожалуйста, дочь. Мам, что, доча? Смотри, а у меня есть подруга, она тоже хочет прийти. Конечно, ей можно прийти, и друзьям твоим тоже. Мы сделаем вечеринку. Так, а сначала сегодня вы, девочки, пойдете со мной на работу. Ладно, девочки? Да! Мы обожаем твою работу. Она очень крутая, мам. Я знаю, доча. Мне она тоже очень нравится. Так, поехали, наконец-то. А у вас это будет в перемотке. Мы с девочками подумали и решили пойти на работу папы. Ну и, конечно же, мою работу. Так, девочки, сейчас я вам дам булочек. Вот. Мы их с папой сами испекли. То-то. Ам-ам. Ам-ам. Эй, мне... А-а, дай, Аля, чё там? Угу. Так, ну сначала, конечно же, вы не будете же вот так вот кушать сразу. Сначала бутеры покушайте. Ладно, мам. Сначала бутер. Ага, я тоже. А теперь можно и это покушать. О, моя булочка упала. Так, скушаем, мы будем новые готовить. Ладно, ладно. Вот так. А теперь я буду готовить тортики с мужем. Так. Оп. Привет, шеф. Привет, мои дорогие. Так, я просто обожаю делать тортики. Сколько заказов? 3. О, как раз хватает. И еще один заказ. Давай же, готовься. Оп. Должно ведь как-то идти. Хотя бы так. И гениально. 3 заказа почти готовы. О, нет! Теперь другой заказ придется делать. Придется делать клубничный торт. Надеюсь, им такой тоже подойдет. Такой. Надеюсь. Надеюсь. И я тоже такой сделаю. У нас как раз еще осталась мука. Угу. Обожаю делать такие торты. Они такие красивые получаются. Ага, всегда. Столько тортов подходит? Да, подходит. Так, сдача.
Девочки, у меня к вам вопрос. Вы голодные? Да хоть обжиремся. Обожаю. Тостик, 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 тостик. Одни тостики бы ела, если можно было бы. И я обожаю. Что может быть лучше тостика? Я аж половину съела. Ага. Потому что они такие вкусные. У меня подлетел немножко. Мама, есть место. Девочки, молодцы. Так, сюда. Сюда вот эти тортики. Идеально. И еще даже можем такой тортик сделать один. Идеально. Сегодня вы очень быстро поработали, мисс. И мистер. Спасибо. Мы старались. Но вы всегда старайтесь, это нормально у вас. Спасибо. И из-за этого вы получаете награду. Самые лучшие готовщики тортов. Ну не надо же сразу так награду. Именно что надо. Вашим деткам можно все тут взять бесплатно. Ого. Ну да. Сделаю еще тортик. Так и другой. Если что, это реально стоит дорого, такие торты. Такие-то я такие знаю, они реально вкусные. Что вы натворили? Деньги на базу. А, почему это? Потому что это стоит кучу денег. Расслабься. Расслабься. Я не могу расслабиться. Как вы могли? Это очень сложно делать такие торты. Ладно, ладно вам. Сделаю еще такой вот. Все. Хотя реально сложно как-то. Башня еще и так ровно держать ее. Только, пожалуйста, не берите в рот. Это реально было сложно. Что-то... Фу! Вы что, яйцо в него сделали? Да. А что, не надо было? Конечно, не надо было. Ладно, прощаем. Так, детки, быстро, давайте все деньги ваши. У нас даже нету. Ага, нету, а у меня тоже ножика в руках нету. А у меня есть. Ах ты, давай нож обратно. Ладно, вот дядя. Сейчас с помидорами нас обливать будешь. Вот так. Очки забираем, раскокашиваем. На. У вас есть помидоры, мистер? Помидоров нет, зато молоко есть. Молоко какое у вас вкусное, мистер. Аж успокоился сразу. Сейчас будет латте макьято аж. Латте макьято с вишенкой. Вишенка не получилась, конечно.
Прям очень вкусно. Так, девочки, быстро. Все, договорились. Братик, ты где, брат? Ты меня испугал. Ой-ой-ой. Я ничего не делал. Он крадет у нас батончики. Батончики. Спасайте все наши батончики, мистер и мисс. Батончики их просто ведь делать. Ну да. Реально вкусно получается. Ладно, мы сделали наш заказ. Да, сделали. Можете ждать клиентов. Я пошел домой. Что с вами? Сейчас выпью латте макиато и расскажу. Ничего, притворился того. Все, ладно. Какие вы плохие, дядя! Да почему я плохой? Мой брат плохой вообще-то. Не я. Ты очень плохой. Музыку, если бы можно было тебя, сделала бы. Ужас! Выбрасываешь вещи в мусорку. Выбрасывай давай. Ладно. Все. Пока, детки. У меня уж голова заболела от этого. Мистер, я с вами сяду. Так, сейчас ждем клиентов. Здравствуйте, а вы... А это вы те, которые делают торты? Нет, но я могу поработать кассиром. О, хорошо, мы заказывали торты. А как вы тут оказываетесь-то? Это как вы тут оказываетесь? Ничего. Мы только заказали торты, мам. На вечеринке. Тогда ладно. Сколько тортов? Мы заказывали 4 торта. Ох, как раз один маленькая съела наша золотца. Как раз 4 осталось. И это 2 разных сорта должны быть. Да, и есть 2 разных сорта. Амали, если ты хочешь кушать, то кушай это. Но не кушай чужие торты. Это плохо, Амали. Ладно, дайте, пожалуйста, нам все торты, и мы принесем их домой. Простите, я не устояла, очень вкусный торт. Понимаю, а Амали тоже не устояла. Ладно, пока. Пока, доченька. Так, чтоб они ничего не знали.
про нашу вечеринку не дома, а тут. Так, где наша дочь? Ой, не дочь, сын. Сына, с днем рождения. Мы как раз вот взяли эти самые вкусные торты из магазина, там, где работает ваша твоя бабушка и дедушка. Вау! Вот так. Тебе исполнился 1 годик, а такой уже зажирала. Итак, мы хотим прощаться. Так, быстрее прячься, малыш.